Юровка, игры с детьми, объединенные морской тематикой. Отчет об этом и других похожих мероприятиях вошел в материал отборочного тура конкурса среди девушек, которые занимаются социальными проектами. Виктория с октября прошлого года до апреля вела интернет-дневник, выкладывала информацию обо всех акциях, где была организатором или принимала участие как волонтер. Основные темы – работа с детьми, борьба с вредными привычками в молодежной среде. Отбор проводила специальное жюри. Также учитывались голоса пользователей сети интернет. За меня голосовала Анапа, мои друзья голосовали. Я лидировала по Краснодарскому краю, у меня было 837 голосов. Но как бы в финал я не рассчитывала, что я выйду. Это был такой немножечко шокирующий сюрприз. Я не знала сначала, что сказать. Когда мне позвонили, меня поздравили и сказали, что я в финал вышла. Я не могла, наверное, сообразить сразу. Я такая, да, спасибо, и не знала, что сказать. Социальными проектами Виктория занимается с первого курса университета. Она руководит социальным комитетом студенческого совета, входит в состав молодежного совета при главе города-курорта и возглавляет молодежный совет при главе Первомайского сельского округа. Вопросов нет, я все по этому документу тоже же отработаете. Да, хорошо, я посмотрела, да. Девушка учится на четвертом курсе по специальности государственная и муниципальная служба. Теперь общественную нагрузку она совмещает с работой в центре 21 век. Виктория занимается, как говорит сама, непростым направлением – борьбой с наркоманией и проявлениями экстремизма. Проводим мероприятия с подростками, молодежью. Я новый специалист, пока пришла, еще только втягиваюсь в работу. Но мне нравится активно работать с молодежью. Вообще я сама так веду свой образ жизни такой активный. В Москву Виктория поедет в первых числах июля. Говорит, что настроение с одной стороны бодрое, с другой немного волнуется, потому что представляет Анапу и Краснодарский край. В финале ей предстоит представить свои проекты. Помимо этого, девушка рассчитывает завести новые знакомства и не исключает, что по итогам появится межрегиональный проект.